Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников. Владимирская икона Божьей Матери с акафистом. 16 век. Владимирская икона Божьей Матери с акафистом. Самая древняя из сохранившихся икон Данилова монастыря. Она находится в местном ряду иконостаса храма святых отцов семи вселенских соборов слева от царских врат. В середине иконы Владимирский образ Божьей Матери в иконографическом изводе, называемом Волоколамским. Его особенность – живописный венец над богородичным нимфом, воспроизводящий драгоценное убранство чудотворной Владимирской иконы и византийского письма 11-12 веков из Успенского собора Московского Кремля. Клейма иллюстрирует 7 кандаков и 4 икоса акафиста. Акафист – это один из многих различных видов церковных гимнов. Акафисты состоят из кандаков, отдельных песнопений. Справка. Хвалебные песни в честь Пресвятой Богородицы. В первом клейме изображена Святая София, премудрость Божия, что обусловлено, вероятно, посвящением храма святым отцам семи вселенских соборов. Истолкование семи вселенских соборов, как семи столпов дома Святой Софии, было распространено в иконописи и богословской литературе данного времени. Владимирский образ Божьей Матери является наиболее почитаемой иконой дореволюционного времени в Даниловом монастыре. Вот так вкратце о Владимирской иконе Божьей Матери с акафистом. 16 век. Данные я брал из интернета и книги «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.